Традиционный турнир по боксу памяти Федора Климова, основоположника этого вида спорта в нашем регионе, прошел в областном центре. Кульминацией первенства стали финальные бои. На одном ринге встретились сильнейшие спортсмены ЦФО, чтобы сразиться за звание лучшего. Это отборочные соревнования на первенство России. То есть те люди, которые занимают первые места, они имеют право поехать на первенство России. Но это очень серьезный этап подготовительный, ну и дальнейшее продолжение. 100 участников представлены все регионы Центрального федерального округа, их вроде 16, если мне память не изменяет. В домашнем первенстве ивановские боксеры выступили неплохо. Двое заняли третьи места, двое пробились в финал и борются за вершину пьедестала с гостями из других регионов. Никита – воспитанник Кинешемской школы бокса. В финале он оказался неожиданно даже для себя. Соперник в финале – спортсмен из Подмосковья, оказался с характером. До победы Никите не хватило совсем чуть-чуть. Результат – второе место в Центральном федеральном округе. Не хватило физической подготовки. Я очень мало готовился к этим соревнованиям, так как у меня сейчас 11 класс учебы, экзамены. И я уже буквально бросил бокс, как мне за неделю 4 сказали, что нужно ехать сюда выступать в 49. Но я, конечно, решил не упускать шанс. Выступил, 2 боя выиграл, в финале проиграл, как видите. Как признаются сами боксеры, пословица «дома и стены помогают» в данном случае не работает. Здесь, на своем ринге, в окружении родных и друзей, пришедших поболеть, волнение только усиливается и давит ответственность. А побороть себя порой гораздо сложнее, чем противника. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.